Как дешево состарить дерево? Чаще всего дерево старят машинками Makita 9741. Вот как выглядят щетки на эту машинку. Вот. Но это оказывается очень дорого. Во-первых, машинки стоят несколько десятков тысяч. Во-вторых, щетки к ним, расходники фирменные, стоят тоже очень дорого. Поэтому есть альтернативы старения. Одна из них это старение при помощи щеток на болгарке. Вот так выглядят щетки на болгарке. Они бывают от тонких щеток до все шире, шире, шире. Ширина самых больших щеток даже превышает ширину обработки поверхности Makita 9741. Диаметр Makita 100 мм, диаметр щетки на болгарку 150. Мы даже делаем и больше, 200 и так далее. Ширина обрабатываемой поверхности у Makita это 120 мм, а у щетки на болгарку это вот от 3 сантиметров до 150-200 сантиметров. Длина ворса на щетках для Makita всего пару сантиметров. Длина щеток на болгарке, ну, визуально видно, они немного подлиннее. Вот так выглядит болгарка со щеткой. Вот. Но также болгарки сами по себе лучше не применять. Болгарки как таковые, даже с регулировкой оборотов. Дело в том, что шестеренки у болгарок рассчитаны на высокую скорость. И это при низких оборотах и при большой нагрузке вызывает ломку статора и ротора. Лучше пробовать старить дерево не болгарками, а полировальными машинками со скоростью оборотов, ну, примерно до 3500 оборотов. Шестеренки полировальных машин, они рассчитаны на небольшую скорость, поэтому их перегрузить, эти машинки, труднее, чем болгарки. Болгарка, которую я здесь показываю, она на самом деле не пойдет. Во-первых, она слабая, во-вторых, у нее скорость вращения 11 000 оборотов. Мы разгоняли щетку до такой скорости вращения. Волокна у нее не вылетают, но это приводит к тому, что дерево начинает просто гореть, а щетки плавятся. Так мы лучше всего либо взять полировальную машинку, какую-нибудь бушную за 1000-2000, можно их найти мощную, либо взять какую-нибудь машинку в магазине на гарантии, которую можно в течение там 2-3 лет потом менять по гарантии. Щетки на болгарку бывают у нас, мы делаем как с наружной резьбой, гайка снаружи стоит, так и с внутренней.